Так, сейчас мы вам покажем установку, о которой мы вчера писали, которая распыляет некое ароматическое вещество для того, чтобы уменьшить характерный запах. Собственно, она будет распыляться во время рекультивации. Во время среза склонов на этом этапе рекультивации. Вот, собственно, вот склоны, они все выше. Вот склоны. Но на самом деле, допустим, вот эта вот установка, которая распыляет сейчас где-то вот это вещество там, вот, допустим, уже здесь она не спасает вот запаха. Я чувствую запах сволочного газа, находясь вот буквально вот на вытянутую руку практически. На расстоянии вытянутой руки от полигона. По проекту это оборудование должно, получается, распылять этот газ прямо там, где будет связаться с склоном, чтобы уменьшить запах сильной вони. Да, то есть это делается для того, чтобы уменьшать запах сильной вони. Спасибо.